Друзья, всем большой привет! Наконец-то я получила свои шторы и покрывало, которые я заказывала в интернет-магазине. Вот, кот это подтверждает. Мы съездили, купили карнизы. Карнизы вот такие белые, ну, как бы самые обычные карнизы. Сейчас мы будем их вешать, эти карнизы, и повесим новые занавесочки. И я вам покажу, как здесь у меня все заиграет. Друзья, ну что, всем привет еще раз. Это уже следующий день. Вчера мы повесили новые карнизы, а сегодня мы с вами распакуем посылку со шторами. Я буду их развешивать на окно и вам покажу, как комната буквально заиграет с новыми шторами и с новым покрывалом. Шторы и покрывало я заказывала на сайте Rim Decor. Даже одна моя зрительница мне написала: «Татьяна, загляните на сайт Rim Decor, там такие шторы». Я ей в ответ пишу: «Как вы угадали, я именно на этом сайте и заказала себе занавески». Так, посылочка выглядит вот так, и сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим, что же там внутри. Итак, давайте посмотрим, как все упаковано. Значит, в этой упаковке фотошторы. Я заказала серию Астрид шторы из атласной ткани. Я сама давала размеры окна, и мне сшили шторы по моим размерам. Здесь в одной упаковке два полотна по 1,50 м шириной и 2,50 м высотой. Я заказала два комплекта штор. Так, это вторые шторы, и это покрывало. Покрывало я подобрала прямо в подцвет штор, то есть одной серии. Так, упакованы они вот в такую сумочку, в прозрачную. И здесь что-то еще есть. Сейчас посмотрим, что это. Так, здесь советы по уходу, то есть как ухаживать за шторами и за покрывалом. Так, подарочный сертификат. Вот такой сертификат, который дает право на скидку 25%. Этим сертификатом можно или воспользоваться самим, или кому-нибудь подарить. И он действует 30 дней. 30 дней с момента получения. Очень приятно. Спасибо большое. Далее, что это? Благодарственное письмо. Дорогой клиент, спасибо, что вы выбрали Rim Decor. О, ваша радость – это наша главная награда. Действительно, я очень рада, что получила вообще такие великолепные шторы и покрывала. Вот, благодарственное письмо. Тоже очень приятно, конечно. Так, и здесь фотопокрывало Астрид. В общем, здесь полностью написано размеры и ткань, из которого изготовлено покрывало. Я покрывало постелю на диван, и мы с вами посмотрим, как оно будет на диване смотреться. О, довольно такое прочное. Ой. Что это? Ой, а здесь, смотрите, милый подарок вот такой. Это игрушка антистресс. Котик. Они как будто знали, что у меня живут котики. Здорово, спасибо большое. А это что? Это маленький кулончик. Посмотрите. Посмотрите, какой милый кулончик. С блестящим камушком. Ой, спасибо большое. Спасибо. Так, ну, друзья, мне уже не терпится все это расстелить, развесить. В общем, пошла я сейчас поглажу шторы и повешу на окно. И мы с вами все поближе посмотрим, как все будет смотреться.
Я уже достала одно полотно, чтобы взглянуть, в общем-то, как все сделано. В общем, это атласная ткань, такая очень гладенькая, очень блестящая. Так, меня интересует, как здесь вешать. Так, смотрите, с обратной стороны пришита очень широкая лента. Это очень хорошо, потому что, когда я заказывала шторы себе, допустим, в спальню, мне почему-то в ателье пришили совсем вот такую узкую ленту, прям совсем маленькую, а здесь лента широкая. То есть это очень хорошо. Так, ну все, пошла я гладить, и будем с вами вешать. Ну вот, шторы мои уже на окнах, покрывало уже на моем диване. Я вам чуть позже покажу обзор полностью моего кабинета, как бы покажу издалека. Что я хочу сказать? Конечно, я очень довольна своим приобретением, вот этими шторами. Выполнены они очень качественно, все ровненько, ну просто... Придраться, конечно, не к чему. Когда я заказывала шторы, я высылала в магазин свои размеры, то есть какие размеры штор мне нужны. И выбирала ткань. Там на сайте у них можно выбрать ткани, с которой вам, допустим, необходимо пошить шторы. Это или габардин, или сатен, шифон, допустим, атласная ткань, вот как у меня. Блэкаут можно выбрать. Блэкаут – это очень плотная ткань, которая годится для спальни. Мне же сюда нужны были шторы легкие. Легкие и как бы слегка-слегка пропускающие все-таки дневной свет. Потому что это кабинет, и он совмещен у меня с зимним садом. Шторы на сайте очень тяжело, потому что там такое разнообразие, а совсем недавно там еще и новинки появились. Вы можете подобрать шторы под свой интерьер. Там есть детские шторы различные, есть с изображением цветов, природа, города, пейзажи. Пейзажи просто, я не знаю... Фантастические пейзажи можно выбрать. Классические шторы можно выбрать. В стиле Прованс, допустим, для кухни. Постельное там какое белье. Ну, просто заглядение. Покрывало вам могут сшить из такой же ткани, как и шторы. Подушки. Вот я пожалела, что я не заказала еще подушки. Ну, не увидела. Увидела только вчера, что, оказывается, еще и подушечки можно было заказать. Ну, ладно, я пока положила свои. Они вроде тоже такие бежевые. Пойдет на первое время. Мне очень эти шторы понравились. Они такого немножечко холодного бежевого оттенка. Кстати, днем они смотрятся именно вот так, а вечером при искусственном освещении... Они выглядят немножечко-немножечко темнее. И практически цвет сливается с цветом моих стен здесь, в кабинете. Рим Декор – это тот сайт, который занимается не только продажей изделий. В общем, они сами печатают рисунки на ткани. И уже потом из этой ткани они шьют превосходные изделия. Ну, вот так выглядит покрывало на диване. То есть расцветка точно такая же, как и на шторах. Покрывало достаточно плотное, простеганное. Края обработаны. С обратной стороны вот такая ткань, однотонная. То есть даже можно и этой стороной покрывало использовать. Ну вот, коты уже начали играть. Им интересно. Раньше у меня здесь покрывало не лежало. Да, вот, теперь здесь покрывало. И можно, конечно, немножко похулиганить.
кабинет теперь мой стал выглядеть более-менее законченным, хотя у меня здесь еще, конечно, есть недоделки, над которыми я буду работать. Это и оформление стены, конечно, обязательно. А на сегодня я свое видео заканчиваю. С вами была Татьяна. Я вам всем желаю любви, тепла, добра и уюта. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока!